какой дом. Мы выезжаем на море. Сейчас темная ночка. Вот Ниночка, Ванечка. Впереди сидит Миша, потому что его укачивает. И папа наш. И мы едем на море. Ой, уже 5 утра точно. Нам ехать 800 километров, да? Да. Будем снимать по пути, что есть интересного. Спасибо! Очень красивый горизонт. Детки посмотрели в 5 утра. Какой красивый может быть восход солнца. Это супер класс! Мы остановились на стоянку на заправке. Ваня пьет воду. Миша ест дрожжинки. Ниночка ест кашу. Папа кормит Нину. Нет, тата кормит. Тата кормит, да, Ниночка? А еще у нас есть помидоры Миши, огурцы, кабачки. Взяли дрожжи, черника. Фрукты, воду, батат, яйца. Ваня ждет своей очереди на чернику. Немного, Ваня. Ой-ой-ой-ой-ой. Простите. Ротик. А где рот? Рот. А где низ? Доброе, доброе. Вот. А где зубы? Вот. Доброе, доброе. А где язык? Вот. Делать нам нечего. И... Доброе, доброе. А где ухо? Развлекаемся как можем. Вот, вот. А где руки? Нина. Вот. А где пальцы? Вот. А где ноги? Вот. Я так не кажу. А где пальцы? Нина не хочет садиться на свое кресло. Приходится развлекать так. Я думаю, за ссылки к вылетату. Едем к морю. Тут можно доехать на машине, а можно дойти минут за 15. Мы едем на машине, а потом спускаемся немножко. Здесь мы оставили нашу машину, и нужно немножко пройтись для того, чтобы попасть к спуску к морю. А вот и море. Я на море не была уже 3 года, и сейчас для меня это, конечно, очень классный отдых. Надеюсь, за эти 8 дней, пока мы будем здесь, хорошо отдохнуть. Обычно беру очень много косметики декоративной, ухода. Вот из декоративной взяла только одну помадку. Возможно, какое-то буду видео записывать здесь. И все. Какой запах. Запах моря. Ни с чем не сравнится, конечно. Всегда будет хотеться приехать снова и ощутить этот запах. Мы так попали, что сегодня совершенно не жарко. Море теплое, хотя говорили, что есть небольшое количество водорослей. А вот моя мама и Ниночка, это женская часть нашей компании. Сегодня море немного спокойнее, чем вчера. Вот мальчики уже пошли купаться, не такие большие волны. А старшие разбирают палатку, Ниночка помогает.
Вот тот оранжевый шатер, это наш. Планирую завтра снять небольшое впечатление июня. Попробую поработать с видео на море. Пляж немногочисленный, потому что село небольшое. Если бы это была Одесса, то, конечно, людей было бы намного больше. Смотри, вода там. Что ты ешь? Ням-ням. Ням-ням? Как называется ням-ням? Арбуз? Тебе нравится арбуз? Второй год Нина ест арбуз. В прошлом году не захотела, а когда была совсем маленькая, то ела. И вот сейчас мы опять ее научили. И также она очень любит дыни.